Я невеличку преамбулу скажу, що звісно була така гучна історія з журналом «Нове Врем'я, коли йшлося про корупцію в оборонній галузі, в оборонки, те, що називається. Тоді реакція, була, реакція на це була жорстка. Сергій Пашинський, голова парламентського комітету, подав до суду, а СБУ зайнялося дослідженням того, чи не було там розголошено військової таємниці. А редакція журналу «Нове Время передала всі платіжки, От весь фактаж передала до НАБУ, в НАБУ. Або йде розслідування, ну одним словом, все це дуже гучно. Я розумію, ну, що результатів ще немає всієї цієї історії, але я так розумію, що е, ви не заспокоїлись. Ви продовжуєте копати саме в сфері корупції в оборонки України. А, ну так, да, і цілу неділю телеканали всі говорили з країни а, об там і. Я не знаю, бабушки на базаре начали меня узнавать. Я, а... я до чего, Виталий, я до чего цивил, что зараз снова будут у нас резонансные, резонансные истории. Ты не побоишься, что снова СБУ будет этим заниматься? Нет, там. не боюсь. Збре, я хочу, чтобы комитет... СБУ этим занималась. Чего тут бояться? То СБУ должно этим заниматься. Только оно не журналистами должно заниматься, которые об этом пишут и вскрывают схемы, а теми, кто эти схемы придумывает и реализовывает. вот. Потому что ну СБУ есть все полномочия, конечно, не должны этим заниматься. Но дело-то в чем, Дима? Дело в том, что мы сделали тот материал, действительно, об этом там, говорили все телеканалы, целую неделю. Но потом а, глава Комитета по обороне Сергей Пашинский а, сделал свое заседание комитета, они выдали там свои сообщения информационные какие-то, в итоге многие люди запутались, да, вот, они поняли, что что-то там есть, какие-то схемы есть, кто-то где-то ворует, но а, есть какая-то контринформация там у Комитета по обороне, поэтому а, мы решили продолжить эти расследования, чтобы все-таки доказать, что а, у нас в обороне существуют огромные гигантские схемы по закупке военной техники по продаже военной техники через посредников на которых посредники неизвестно кому принадлежащие но можно можно как бы да предполагать кому зарабатывают сотни миллионов долларов и все это проходит под грифом секретности и кстати интересный момент вот оксана сераит это вице-спикер вице-спикер парламента в этом материале говорит она заключает что да Бюджет по оборонке в США составляет 120 страниц, и каждая единица техники прописана с ценой. В Украине это 8 строк э, э, в эксцелевском файле, и наша Миноборона говорит, что у них все прозрачно. Это насчет прозрачности, как А бы, в да? Штатах бюджет открытый. Да, как это ни странно. Открытый. Да, точно. люди то, воюют то, 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 и Ираке, и, и Сирии. Будь який ворог может доследжуват еще закуповує. Да. с сполуч... Слухай, ну Украина, Ну если не, считать общественность и медиа ворогом, то да, будь який ворог вот может. Вот а я мало на вас, справді есть ж у Америки враги, реально, ну, Безусловно, есть. Люди воюют и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане. И тем не менее, я так понимаю, что это просто вопрос прозрачности, вопрос подотчетности перед общественностью, медиа и так далее. До наших реалий. Да. Дивись, в этом расследовании, в новом расследовании, яке выходит в этом числе журналу «Новое время», снова фігурують БМП-1. Это це, це боевая машина Прекрасные пихоти. старые БМП, устаревшие. Остарівши, так, да. випускалась вона в 66 му там 85 му роках, тире. і я чув і від військових кореспондентів, що, О, вибач, від експертів про те, що ця машина дуже потрібна українській армії. Але що цікаво, що, що ця ця ти сказав, що засекречення ця історія закупівлею БМП. Да. Я не запитую звідки брали інформацію, якщо це засекречено, та але цікаво, що старі БМП 66-го, тире, 85-го року це секретна інформація. Те, що Україна отримав. джавелины, это открытая информация. А теперь по сути. Хотя мы недавно разговаривали с израильтянином одним, он говорит, что это глупость тоже кричать и публиковать о том, что Украина получает какую-то новую современную там, ну, вооружение, типа джавелинов, да, что в принципе в мире об этом не кричат. Это просто принимают. А, нет, слушай, а лишь тут была политичная перемога, что мы обещали, нам дали, это элемент ну, довіри, ну, да? Ну, это как бы, да, и элемент политического пиара в том числе. Но если у тебя появляется реально какой-то военный козырь, ты хочешь его использовать, но зачастую люди об этом не кричат. Но возвращаемся к этому материалу. Да? Что нового? Во-первых, во время первого расследования и во время моей беседы с журналистами и с, в тех же сообщениях как бы Минобороны и Сергея Пашинского звучали сообщения, мол, где ваши документы? На основании чего сделано ваше расследование? В этом материале мы публикуем все эти документы практически. Да? Вот, то, что мы передали в НАБУ, мы публикуем здесь, мы это публикуем на сайте для того чтобы не было сомнений что мы где-то это выдумали и мы там что-то придумали значит документы например наши госструктуры до да, продают взрыватели, капсулы кипрской компании, не буду ее называть, чтобы никого не путать, посреднику, по цене 95 тысяч евро за пакет, за штуку. Этот же посредник перепродает их уже по цене 684 тысячи евро да, в сербской компании. То есть ты понял, какая разница. Вся разница оседает у посредника на Кипре. А, первый вопрос, почему не напрямую сербской компании? Ну, понятно, почему, да, тогда никто не стырит на Кипре. Почему через кипрский офшор? И почему такая гигантская разница? Вот 95 685. Мы публикуем эти документы. Вот входящий инвойс, вот исходящий инвойс. Что еще может быть прозрачнее? Эти же документы мы передали в НАБУ. В НАБУ уже передано? Да, так? конечно. Расследование в Одессе? А, да, да. Да, вот я сейчас тебе даже... ну, кстати, Набу а, уже после а, вот нашего скандала огласила, что а, ее расследование ведомство показывает, что существует злоупотребление а, в оборонке на сумму более миллиарда гривен по их данным уже, да, это то, что Набу сейчас ведет расследование. Поэтому первое, что мы сделали, мы опубликовали все документы по БМП, по взрывателям и так далее. И еще две вещи мы нашли новые интересные моменты. Значит, у нас речь шла о том, что чешская компания продает старые времен Варшавского договора БМП польской компании Вторпласт. Та разбирает их на шасси и башню, что-то там модернизирует, пересылает в Украину. Значит, Украина покупает их у <coughs> Укроборонпром по цене 165 тысяч евро за штуку. Да? 165 тысяч евро за штуку. Значит, мы выяснили, что другая украинская частная компания TechImpex покупает у этой же польской компании точно те же компоненты, вот все то же самое, но уже по цене 88 тысяч евро за штуку. Да? Это вдвече меньше, вдвое вдвече меньше. дешевше. И потом продает их в арабские страны. Ну, бизнес просто, да, на, на оружие. Короче говоря, госкомпания переплачивает вдвое больше, чем то, что платит Украинская частная компания точно за те же самые вещи, за те же шасси, за те же, а, как бы башни, купленные у той же чешской компании, понимаешь, да? Ну то есть это как минимум вопрос, почему вы платите вдвое больше в то время, как вот его реальная цена то, что а, покупает другая компания. Реальная цена и вся компания, это же украинская просто приватная компания. Да, я покупаю вдвое дешевле. Вдвое дешевше, нежели Укроборонпром. То есть как минимум возникают вопросы, прям как как такое может быть? Это первый момент новый, да, который мы нашли. Мы публикуем тоже все документы инвойсы. звертались до Укроборонпрому. Чего вы да, 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 да. повелы? Ну, там, как правило, отфутболивают друг к другу. У них есть подразделение Укрспецэкспорт, они пересылают туда. Укр спецэкспорт говорит, что контракт выгодный и как бы этим ограничиваются разговоры. Это как бы первый момент, да? Потом мы выяснили, что. Компания Фторопласт довольно мутная, как принято говорить на сленге, компания. Что, ну, просто сделали официальный запрос в Польшу, заплатили деньги, это в государственной структуре. Значит, у нее в целом 9 сотрудников, это включая руководство вообще. Как вот эта компания из 9 сотрудников могла а? модернизировать 93 БМП за год, ну, ты себе можешь представить, да? Я не думаю, что у них могли... Это ее вид, видповедь, так? Да, конечно. Также... Выбачь, Виталий, и ця компания, она же заявляла, что у нас собирается подавать... Ты да. позов такой против редакции журнала да. Новое но время. пока 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 не подала. Пока не подала. Потом я тебе дальше расскажу. Потом ее официальный доход 1,6 миллиона долларов в прошлом году, ну если злотые перевести. В то время лишь как по контракту с Минобороны они получили 15,3 миллиона долларов. То есть непонятно, то ли не отражена эта сумма, то ли они обманывают польскую налоговую, а у то ли я... вообще что-то а мутное. меня есть вопрос. чем можно инициировать завернение до польского, можно а, антикоррупционного? А я думаю, бюро щас... для расследования цієї А, а, я, а я думаю сейчас. Ну, я не говорю, что там 100% элементы коррупции. Я говорю, что это очень похоже на элементы коррупции. А пусть уже расследуют польские так журналисти. мы не да, Потом це... смотри, если пойти по Street View программе, да, и посмотреть юридический адрес этой компании, там можно увидеть автосервис и ВЭКО. Ну, тоже интересно, да, всего лишь автосервис и по юридическому адресу. А по их адресу, указанному Может, на, на цьому... сайте компании, Виталий, да. Виталий, на этом автосервисе и ВЭКО и відбувалась модернизация БМП-1? <laughs> да, но ну, я боюсь, что на автосервисе це... ИВЭКО раскручивают колеса у ИВЭКО а не у бмп 1 вот и по их фактическому адресу указанному на сайте там небольшой ангар все причем этот вид этого ангара стритю исчез пока мы занимались как бы этой всей историей. это что касается вторпласта и третий эпизод последний новый это то что мы зафиксировали новую поставку BMP-1 от все той же чешской компании, но теперь уже через кипрский офшор. Да? То есть, опять-таки, не напрямую, не через вторпласт, а через кипрский офшор. Там, к сожалению или к счастью, размер наценки меньше. Покупает кипрский офшор за 176 тысяч штуку долларов, да? а перепродает Украине, вернее, перепродает Украине, а покупает по 154 тысяч. То есть там цена на вар 22 тысячи на штуке. Но эта компания вообще ничего не делает. Мы нашли это здание, эту компанию на Кипре, в Ларнаке. Это салон лазерной... А у нас там просто есть люди, они съездили. Салон лазерной терапии. Тупо салон лазерной терапии. Стоп, 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 секундочку. Треба же Через салон лазерной терапии продается визского техника Ну вот, тип, да, да, Типу BMP. Да, ну вот ты теперь понял, да? Нужно время, чтобы осмыслить, как бы эту информацию. А, а, как бы оказывается, это одно из направлений Виталий. лазерной терапии BMP 1 Кто с украинского боку стоит за, а, за с украинской стороны документы подписаны лично министром полтораком как бы все на покупку у компании Петролинк на Кипре на сумму 5,3 миллиона долларов. Вот как шутит автор статьи, что, наверное, ни один салон на Кипре не получает такие контракты, не оперирует э, э, суммами в 5,3 миллиона долларов ни один салон лазерной терапии. То есть смотри, тупо стоит а, а, прокладка салон лазерной терапии в Ларнаке на Кипре, через которую идут контракты на БМП, 30 БМП, да, из Чехии в Украину, подписанное министром Полтораком а на вар 22 тысячи долларов на штуку объяснение почему внятного мы получить не можем никакого а зверталась до министра полностью да мы зверталась ну, в целом в минобороны так, и, во все результат, вот. и там ну, что-то говорят что напрямую какие-то какие-то размытые как бы ответы и как бы отрицают коррупцию отрицают все нормально контракты выгодны вот мы публикуем опять-таки все документы то есть мне кажется, что а, вот всей этой информации предыдущие, мы уже не будем даже повторять, что было первый раз, да, детонаторы, БМП через Польшу а, с огромными наценками, совсем другие цены закупочные для частных компаний. А, а... Контракти через Кіпр. зачем взагалі через Правда, а от, Так, А от до речі, цікавились журналісти, та чому посередники постійно виникають? Можливо, це така загальносвітова практика, мова йде про зброю. Тут ну потрібні якісь посередники. Чому я про це запитую? Тому що минулого разу, коли вибухнув скандал, пов'язаний з публікацією стосовно підозр в корупції під час закупівлі БМП 1, та багато чиновників, в тому числі Сергій Пашинський, він казав, що це щастя, що чеська компанія погодилася нам продавати бойову техніку, тому що а, Российская Федерация блокирует будь-які спроби України закупити озброєння. Та тому от а, а, стосовно посередника, та, ну, чому він виникає постійно в цих оборудках? Дім, я, я боюсь, що все на самом деле намного проще, потому что якщо ти напряму когось купуєш, у тебе намного менше поля для маневру, для корупції, для махинацій. Я, я, я считав про те, що ти розповів, що в Україні є компанія, яка напряму купує. Це приватна компанія, яка да. тут ту ж техніку. У поляков, купує... у, у, у у поляков. Друзі, Віталій Сич, головний редактор журналу «Нове время» з нами в студії. Ми продовжуємо наш ефір. Далі звучить випуск новин і повернемось, поговоримо, продовжимо тему. Друзі, це новий день. Я Дмитро Тузов. Зі мною в студії Віталій Сич, головний редактор журналу Нове Врем'я. Ми говоримо про а, розслідування, яке торкається можливої ймовірної корупції на оборонних замовленнях. На жаль, та, ну сумно про це говорити. Звісно, здається, про це президент Порошенко казав, що руки повідрубає. Так, що Чи... да, ти я такого слышав? Что-то я слышал. Так, и я дивлюсь фото... Э... Ну, пока не поотрубал, судя по всему. Фото в журнале «Новое время», офис лазерной терапии на Кипре, через який вид бывает... Красивое белое здание двухэтажное, небольшое, по сути дела, обычный дом, который можно увидеть, не знаю, в Турции, Египте или в Греции где-то. И какой-то салон лазерной терапии на первом этаже с красивыми стеклянными окнами. Ну, маленькое помещение, через которое проходят многомиллионные контракты по импорту и закупке военной техники в Украину. Але знаешь, я подумал, возможно, так и має відбувати, чтобы заплутать все ворожі разведки света, как думаешь? Да. Явочная квартира. Я, я ценю твой юмор. Мы на самом деле с тобой не договорились, почему появляются все время посредники. Потому что посредники это самый простой способ как бы поднять цену, накрутить, да, а как ты на прямом контракте можешь кого-то надуть, если ты мне продаешь что-то, то есть, э, тоже, конечно, можно это сделать, но мы должны завысить цену и потом сделать откат, например, да, но, а если есть посредник, то это вообще просто, к посреднику зашло по одной цене, а вышло по другой, посредник в офшоре, никто не знает, кто его собственник, и а разница, как бы, ушла в карман кому-то, очень це, просто. — Но это свидетельствует про абсолютно бесконтрольную ситуацию, а у нас есть НАБУ, куда вы передали все эти данные, всю эту информацию, да, у тебя вот а, я такие ощущения, что эту справу не, не, не спустят на гальмах. Да, но смотри, почему это происходит? Может возникать такой вопрос. Но на самом деле я не утверждаю, что так есть, но если люди в Минобороне, в Укроборонпроме участвуют, да, если люди, например, в комитете участвуют, я говорю, если сейчас, в комитете в парламентском, который все это курирует, то кто вообще может об этом сказать? И кто вообще может ну, как бы сливать эту информацию? Ты спрашивал, откуда у нас эта информация? У нас эта информация... А от, я не думал, от, что ты... ты... А я тебе скажу. Я тебе не назову фамилию, но это высокопоставленные чиновники министерства, через которых проходили проводки, и которые возмущены степенью навара вообще. говорят, что это уже безобразие, займитесь этим. Которые полностью как бы участвовали, ну как участвовали, не в смысле зарабатывали на этом, вынуждены были сопровождать, получали эти документы, все проводки. Чехия, Польша, Украина, все эти БМП. А вот теоретично, а может и практически... То есть это не с улицы люди вообще. А может и практично, эти люди могут же дать свечения в НАБУ, например? Насколько мы с ними разговаривали, по-моему, они готовы свидетельствовать в суде. Вот. Поэтому оттуда у нас информация и появилась. Плюс инвойсы все. Мы же их сами не нарисовали. Вот. А почему это происходит и почему идет круговая порука? Ну потому что очень много людей задействовано. И как бы и они просто не заинтересованы это сообщать. Плюс, ну, они опасаются, если кто-то сообщит, а, а другие заклюют его просто и так далее. Ну, вот набу это хорошая штука, это одно из честных ведомств, которое пытается что-то делать. Ну, ты же понимаешь. А, что... почекай, давай подивимось на результат как <в Thank you> yeah. будет буде проведено расследование, когда справу передают no, yeah, судеб... Я тебе свою оценку как бы говорю, пока, да. Но дело -то в том, что у нас вот эта антикоррупционная инфраструктура она не завершена. Последним элементом является антикоррупционный суд. Вот когда он заработает, тогда будут не просто претензии, обвинения и расследования, а будут вердикты, да, и будут посадки. О, oh, тут важливый момент, Виталий. Зараз, поскольку справа порушена в НАБУ стосовно касается имовирной коррупции в а, министерстве, ну, в обороне yeah, в, yeah, да. в обороне Галузі України, так це означає, що поки не сформовано вищий антикорупційний суд, ми ж з тобою бачимо зараз цю дискусію, да. його будуть розглядати звичайні суди, звичайної юрисдикції, якщо справа дійде, звісно, зараз от в цьому проміжку. Але оскільки а, його, ну, цю справу зараз порушено, то вже антикорупційний суд її розглядати не буде. І в цьому є, може бути проблема. Ну так, да, там оказалось, що є лазейка, согласно якої всі діла, які були начати да, до появлення суду, будуть розкладатися. рассматриваться судами обычной юрисдикции, да, соответственно, поскольку эти суды зачастую продажные, можно, можно откупиться будет. И апелляционные это... суды да. в том числе. Ну и женщины. там был еще один как бы поле боя, заключалось в том, в антикоррупционных судах, кто именно будет назначать этих судей, да, потому что, естественно, там президенты, люди близкие к нему хотели бы контролировать этих людей, которые будут назначать и, соответственно, влиять на антикоррупционный суд, а там мировая общественность МВФ, понимая это, требует другого, вот, но это тоже интересный момент. Но, ты обрати внимание а, на то, что, например, на обложку в этот раз ему не поставили никакую личность, никакого человека. А, была, конечно, у нас такая шутка. Ты, наверное, помнишь, что... А, приходили адвокаты Пашинского предлагали поставить его ну там что-то запугивали при, предлагали поставить его фотографию на обложку в качестве извинения и как бы у нас была шутка что мы можем поставить его фотографию на обложку и мечта может сбыться вот с новым расследованием правда да вот но мы решили не заниматься вот такими хулиганскими историями а, мы не тут-то не, за... не, не, не публиковать это фото зараз да, не, не, а это уже как троллинг не, 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 да? не публиковать не публиковать фотографию Пашинского не персонализировать коррупцию в оборонке в смысле того чтобы не было ощущения что у нас какая это персональная вендета с пашинским нет мы хотим говорить о том что в оборонке судя по всему огромный масштаб коррупции вот эти доказательства вот эти крючки за которые можно цепляться это нужно расследовать многое скрывается за грифом секретности гриф секретности нужно убирать вот о чем мы вот к чему как бы весь этот разговор да а учитывая что мы воюем сейчас мне кажется это мягко говоря аморально а и б но все-таки это это наши государственные деньги, да. У нас уже есть система прозора, у нас закупки государственные во многих местах уже довольно прозрачны. А, а что а сам здесь... еще бюджет засекреченный. Да, а здесь прозора, но это же не касается обороны. Вот в других местах у нас закупки уже довольно прозрачны. А здесь в Минобороны, да, у Коробронпроме, прикрываясь необходимостью хранить военную тайну, можно как бы все покрыть грифом секретности и через Кипр мотать всю эту историю старые какие-то БМП через Польшу по очень странным, судя по всему, явно завышенным ценам а, и так далее. Поэтому гриф секретности нужно убирать, а коррупцию а, в Минобороны и Укроборонпроме нужно расследовать. И журналистам, и а, как бы правоохранительным органам. Вот к чему вся эта история. А знаешь, я про что думаю? Вот было было первое расследование, оно выкликало серьезный резонанс, так? А после этого снова закупка тех же БМП, но уже через Кипр. Вплывают публикации на то, что происходит в Украине? Нет, ну конечно, ну во-первых, это подхватили телеканалы. То есть масштаб проблемы стал в 10 Раз больше да, когда об этом говорят телеканалы, сразу все понимают, что что это, как бы большой вопрос: все нервничают, люди начинают там пугаться. Это становится политическим вопросом. Там, например, президент, премьер, все остальные могут уже ставить вопрос со своими партнерами. Ребята, что вы делаете? Посмотрите, об этом уже говорят: посольство. Приезжают, да, там ко мне в гости. Там три посла. Например, они все за этим следят они говорят: мы все видим, мы все знаем. Мы просто приезжаем вас поддержать, каких краин можешь назвать а, Германия. япония было и израиля да и циковаалась самый целью тему так да да ну израиль там был замешан они вообще хотели сделать заявление как бы по поводу нашего караборпрома замешан э, в том смысле что не проиграли тендер и видят в этом элементы коррупции да а германия и япония конечно они говорят мы в Повністю розуміємо, що відбувається, Ми всі ми Просто хочемо підтримати вас і ваше право розслідувати ці матеріали і так далі. Це важливо там. Да. Ну і от, продовжуючи цю тему, ти сам заговорив про антикорупційний суд. Зараз багато політиків говорять про боротьбу з корупцією, і багато політиків вже фактично заявляють про свою участь в президентській кампанії. Тут можна називати прізвища. Скільки нам осталось, Діма 9 місяців до цього ну, дійства. Зовсім аб абсолютно не І я ти знаєш, дослідження центру. центру Разумкова и спильно с А фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва це воно було проведено за травень місяць. Давай посмотрим на цифри. Давай б да, то да. у нас лідер гонки зараз жінка. Юлія Тимошенко 13,3% виборців. Анатолій Гриценко 9,4. Юрій Бойко, 8,4%. На третій позиції. Юрій Бойко, 8,4%. Петро Порошенко, чинний президент, 7,6%. І нас І наздоганяє його Олег Ляшко, 7,4%. Ну смотри, в цілому, як би це корелірується. результатами Всех других опросов примерно. Да, Тимошенко на первом месте с относительно таким существенным отрывом от остальных, а Порошенко на четвертом месте. То есть, ну мне кажется, это похоже на правду, учитывая, что практически все опросы показывают одни и те же цифры. Меня несколько расстраивает здесь, вот третье место Бойко. Это, по сути дела, Опа Блок, по сути дела, бывшая партия регионов, то есть партия которая держала у власти и всячески защищала Януковича, который расстрелял 100 человек на Майдане, то есть по-прежнему получает значительную поддержку граждан. Что удивительно, да? Оказывается, вот какие-то вещи там про русский язык, дружба с Россией, защиту там промышленника для многих людей важнее вообще, чем а, национальное какое-то уважение, как бы достоинство и, и какие-то вообще базовые вещи, да, человеческие. Вот это для меня а если мы говорим с тобой еще и про, про, коррупцию, то люди как-то забыли про вежи, Называются выжимы бойко. Да? да, это тоже, кстати, большой скандал. Все о нем писали купленный в Сингапуре, опять-таки через прокладку, классическая схема, это на сегодня любимое слово с тобой будет, слово дня. Значит, купленный в Сингапуре платформы для бурения на Черноморском шельфе, зашли через Прибалтику по цене вдвое выше, да. Как такое может быть? Ну, Бойко объясняет это какими-то там транспортными расходами. Ну, ты, ты понимаешь, транспортные расходы такие же, как и стоимость вышки, а там сотни миллионов долларов. Ну, это безумие, вранье, конечно, очевидная коррупция. Единственное, что вот господин Луценко это расследовал, ГПУ, и сказал, что да, коррупция, очевидно но ну, не бойка, а кого-то другого, ну, потому что ну, по своему профильного туди вице-премьера да. не стоит. Хотя на самом деле он был министром, и, судя по всему, это как бы, была его компетенция и ответственность. Ну, ты же пойми, что Опа Блок зачастую голосует вместе с БПП сейчас, да, дает голоса. Поэтому своих союзников и друзей ну, наверное, не очень удобно трогать, потому что нужны политические альянсы. Ты знаешь, и сегодня Юлия Тимошенко проводит такое волочезное зебрание в Киеве, и Знаю, я, я насколько. В вот я да, приглашен, там... но я не пошел. Не пошел, да? А чему? Ну, у меня работы много, а целый день смотреть на этот перформанс, как бы, да, э, ну, я думаю, нерационально. Вот сейчас ребята сходят, посмотрят, мы сделаем репортаж на следующий, наверное. Мне действительно интересно, что это за новый курс. Юлия Владимировна каждые три года делает какую-то реинкарнацию, то у нее солидаризм, то еще что-то. Что в этот раз мне интересно? Ну, ты знаешь все главная шутка в Киеве: что это за новый курс, у Юлии Тимошенко. Расскажи. Э, новый курс это доллар по 35$. А, а не по 25. Ой, ну, это, Ой, а, слушай, это, же шутка. Это су же... Сумно это звучит, <laughs> звичайно. Но я, с того, что я встиг посмотреть, Юлия Тимошенко приділила значну увагу против а, протидії коррупции. Как ты вважаєш, а, ну, от, насколько это реалистично чути от политиков, которые много лет при владе? А может, они справді изменились? Как думаешь? Ты знаешь, а, я не сторонник Юлии Тимошенко, этого никогда не скрывал, но в данном случае я могу даже и поверить, что она будет бороться с коррупцией, потому что а, как бы ее Сила в разрушении. Вот у нее всегда хорошо получается с кем-то бороться, что-то разрушать, но очень плохо получается что-то созидать. Вот ее главным достижением, ну, мое мнение и, и многих других экспертов, является то, что в конце нулевых годов, когда она была вице-премьером по ТЭКу, при Ющенко, да, премьере, она разрушила бартерные схемы в топливно-энергетическом комплексе. Люди говорили, что это невозможно. Там 90% составлял бартер. Она буквально за год полтора довела его долю до 10%, ну, на, на денежные расчеты, да. То есть она как бы там кого коррупцию поборола в ТЭКе, и, и она была очень эффективной. Возможно, она сможет это сделать и здесь. У меня большие сомнения в части там, создания бизнес-климата вообще и экономической ее политики, и, как, какие и там, политическая конкуренция и всего остального. И там, я, я знаю, там, как она может к журналистам относиться, что она там о медиа думает. Поэтому а, тут, тут как бы, у меня к ней, конечно, больше претензий. Но борьба с коррупцией... Но это еще может быть... добро, потому что она же ображалась на журнал. Был да, такой период? Да, да, да конечно, конечно, она же сказала, что мы это журнальчик, который гоняет бруд в эфире, а потом извинилась в Фейсбуке. Но я думаю, это просто признак политической зрелости. Про бизнес-среду еще ты говорил с Андерсом Асландом сегодня. Да. И, кстати, да. цей эфир будет у нас сегодня в эфире. А, да, кстати, я ж могу анонсировать а, свой эфир. Сегодня в 8 так. вечера я дебютирую как радиоведущий, твой коллега. А, с... тебе. а, Спасибо. С американским экономистом Андерсом Асландом. Знаешь, что самое тяжелое вот, в радиоэфире для меня оказалось? Цикаво. Я там много брал интервью у разных людей, вот у меня 42 минуты. Нужно попасть в 42 минуты. Я как бы, когда беру печатное интервью, я могу хоть 25 минут, хоть час 25. Треба наступать на горло своей песни. Что мы будем пробить? Нет, просто дело в том, смотри, если у тебя есть какое-то количество вопросов, и они заканчиваются, если гость коротко отвечает, да, то у тебя 7 минут провисает. Нужно что-то говорить. Треба импровизовать. И вот, зокрема, Андер Аслан что сказал? Он сказал с Неожиданно для меня отказался комментировать Тимошенко. Говорит, что он на самом деле думает это не потому что он с ней встречался и знаком и сказал что а, она спрашивала его по поводу того, они а сделать ли нам сингапурскую модель. Я так понял, с налогами имелось в виду. В Сингапуре очень низкие налоги. И очень либеральная там система и так далее. И он сказал, что он ее отговорил, потому что при такой дисциплине уплаты налогов, как в Украине, это безумие, абсурд. Здесь просто рухнут доходы. А номинальные ставки будут низкие, платить никто не будет. Но я был удивлен тому, что Юлия Владимировна вообще подняла этот вопрос. А мне это было интересно. Друзья, мы продолжим эту тему. Скажу, ведь больше с нами будет Валерий Калныш, главный редактор Радио НВ. Он побывал на встрече Юлии Тимошенко и с громадскостью. Он не пожалел полдня. Вот мне интересно, что он увидел, расскажет нам и услышит. А це мы с тобой почуємо уже после выпуска новин. Я лише нагадаю, что друзья, Виталий Сыч з нами, керівник проекту и главный редактор журнала «Новое время». Я Дмитро Тузов. Слухаємо новины. Друзі, ми знову в ефірі. Мене звати Дмитро Тузов. Зі мною в студії Віталій Сич, керівник проєкту і головний редактор журналу Нове. Время». І до нас вже прийшов в студію Валерій Калниш, головний редактор Радіо НВ. А Валерій побував сьогодні на форумі, який називається Новий курс України, який проводила Юлія Тимошенко. Валерію, що вдалося почути про новий курс України? Куди йдемо? Ну, Тепір. тепер ми поки нікуди не йдемо. Uh, — Я объясню, почему. Дело в том, что uh, уже после того, как завершилось там, вступительное слово, Юлия Владимировна говорила два с половиной часа, чтобы вы понимали, что это такое. Um, — Импровизовала, орг... чи був там суфлеры какие-то, — Нет-нет-нет, суфлеров не было, был заготовленный текст, были слайды, было, ну вот, организационно все очень хорошо, кстати, без пафоса. Uh, у меня просто мы, мысли прыгают, прыгают. Да? То есть Поэтому... такая презентация, да? Что uh -huh. это? Да, это была презентация, но презентация, скажем так, точки отсчета. Уже после того, как uh, выступила uh, Тимошенко, я поговорил кое с кем из организаторов, они говорят, это начало, uh, будут еще несколько форумов, которые будут посвящены отдельно бизнесу. Отдельно войне и миру и отдельно будет, по-моему, вот такая человеческая экология Толстого. Да, того, того, где жить. Вот, первая часть вот сегодняшнего форума, он был посвящен прежде всего, конечно, общеполитическим вопросам. И вот тут я несколько под впечатлением, потому что если реализовать то, что было сказано, а политики ведь они же говорят умные слова, ну кто скажет, что какую-то глупость несет. Ну, за, за исключением заведомо каких-то фриков, да? Так вот, если реализовать то, что было заявлено, это будет действительно новый курс. Возьмем штрихами. Парламентская система правления в стране. Образцом является Франция и Италия. Ну, прежде всего, Франция. ликвидация президентского поста. И... Вообще ликвидация. Вообще ликвидация. И логика примерно такая вырисовывается. Когда люди приходят на избирательный участок, они голосуют за партию, лидером которой является потенциальный премьер-министр. Слово «премьер-министр», к слову, извините за тавтологию, не было произнесено ни разу, зато несколько раз употреблялось слово «канцлер». Так вот, допускаем, что это канцлер. Это уже такая французско-немецкая модель. А интересно, что у Франции довольно потужный президент. Вот. Вот. Поэтому меня а, немножко удивляет. По, это, да. по, поэтому э, это и есть симбиоз между итальянской системой, между французской системой, там, французской, например, избрание парламента. Например, госпожа Тимошенко допускает, что логично было бы опустить проходной барьер до 2%. Сейчас напомню, он 5%. Это, чтобы запустить молодые политические сыры да, в парламенте. Да, да. А, Кулеровый безлузя превратится в наш парламент. Ну вот э, но есть там, условно говоря, и вторая палата, да, она не говорила о том, что необходима вторая палата. Она говорила, что вот может появиться некая такая надконструкция над парламентом, да, которая будет значит, ассоциироваться с тем, что можно назвать второй палатой. Это как бы представники вы чего? Нет, нет. И вот Это, это еще... представители партии Тимошенко во второй нет, палате. Я нет. шучу. И, там, и вот это, кстати, интересный какой-то момент, потому что я сидел, я сначала записывал истории, которые, в общем-то, не вписываются в нынешнюю украинскую действительность, потом перестал. Потому что устал, как у Высоцкого. Так вот, ну, например, предлагается создать. Некий орган, который на две трети будет состоять из моральных авторитетов и лидеров мнений, а утвердить этот список моральных авторитетов предлагается на референдуме. Ну, какая-то такая вот. А ну, что, что будет делать этот орган с этими а авторитетами? Вот этот, а вот этот орган, он в том числе предлагается его наделить, например, там, право вето на акты кабинета министров. Ничего себе. Неожиданно. То вообще. Есть, если попытаться вот осознать вот весь блок вот этих вопросов, то получается такая очень странная, но без негативной коннотации, я говорю, странная да, система. И поэтому это можно называть новым курсом, который Тимошенко. Понятно, что реализовать это можно только после президентских выборов. Тимошенко не, на этот раз она не опускалась до какого-то вот популизма. Я иду в президент, и звучит гимн, все хлопают. Хотя хлопали ей часто. Некоторое, большинство даже вставало. Так вот, э, это все можно будет реализовать после президентских выборов. И она э, абсолютно откровенно сказала, что став президентом, она реализует то, что запланировано. В том числе и сказываю по саду да, президента. Да, и она готова. Она говорит, ну я прекрасно понимаю, что в случае, если мы это все реализуем, тогда будут объявлены досрочные парламентские, президентские выборы, которые позволят перезапустить А страну, Б запустить вот эти новые механизмы, которые она разрабатывает. Ну слушай, Валера, это сложная комбинация, мне кажется. Она предлагает упразднить пост, на который она баллотируется, и где она является первой сейчас в гонке, да, по рейтингу. Да, теперь мы должны сделать шаг еще вперед и сказать, что действительно Тимошенко думает о стране. Да. Валерий, а какие термины прозвучали? Так... А может быть Цер... она думает о том, что сделав это, ее рейтинг партии резко вырастет, и она выиграет парламентские вот выборы te... и вот станет премьером? Смотрите, вот теперь на, 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 начинаем думать. А, точнее, не думать, пока я говорю то, что услышал. А, поскольку а, сейчас у нас июнь, и вопрос возникает. У нас сейчас, честно говоря, политический сезон так ну, в низком, да, так, в низкой точке. А, вот эти форумы, в том числе, как я понимаю, задуманы для того, чтобы по итогам сформировать некую предвыборную программу, которая прошла испытание как минимум экспертным сообществом. Сейчас было порядка там полутора-двух тысяч людей, причем людей не посторонних. Да? Там я видел много политологов, журналистов, опинионмейкеров, да, которые вот... И Тимошенко Несколько раз устраивало, например, вот говорят, вы за какую парламентскую или президентскую форму управления, и там руки поднимали, да. И вот таким образом, пройдя через несколько форумов, сформируется предвыборная программа, что-то отпадет, что-то прирастет, а отпасть может, например, вот эта избираемость, например, там. Ну, некая легитимизация идей Тимошенко. Да, что это не просто придумано было в штабе, и мы, значит, теперь начнем это напаривать избирателю и призывать их голосовать. Нет. Они приглашают на эти форумы людей, которые, в общем-то, в этой системе. Есть еще, например, одна наивная, как по мне, с точки зрения политики и история. Тимошенко искренне, наверное, искренне, во всяком случае, она так продемонстрировала, верит в то, что народ хочет активно включиться в политику и управлять. Поэтому она предлагает наделить граждан правом законодательной инициативы. Ну, мы представляем, да? Сейчас у нас правом наделена Верховная Рада, Кабинет Министров и Президент. Когда каждый получит возможность написать законопроект... Боже, кто это обрабатывать будет вообще? Вот утопические идеи, они звучали. <laughs> Поэтому... Ну и как працевать бы Конституционный суд при этом? Это... Ну вот, это такие нюансы, на которые пока никто еще не отвлекался, да, то есть это некие концепты, которые предложено обсудить, с какими-то согласиться, какие-то отмести, и я подозреваю, что действительно там, если до конца дойдет там хотя бы треть из предложенного, потому что это даже не просто предвыборная программа. Это смена конституции, это смена парламентского устройства, извините, это, это смена всего. С этой точки зрения это можно назвать новым курсом. Ну и Тимошенко была, конечно, достаточно убедительна. Ну, как всегда, в принципе. Но поверить в то, что это реализуется и будет закреплено, это, конечно, да, ну, очень ну Если странно. я тебя правильно слышу, главный вывод, она предлагает парламентскую модель по типу европейская практически везде в Европе, парламентская республика. Президентские выборы больше не нужны будут в принципе. Главным управленцем государственным становится премьер-министр, правильно, президента да. больше не будет. Потому что в Германии есть президент, он просто выполняет нет становится, да, становится функции. становится премьер-министр, лидер победившей партии. Да. Создается коалиции. Коалиция, с учетом того, четко были, достаточно четко прописаны права для оппозиции. Ну, например, в этой предложенной схеме оппозиция получает посты глав парламентских комитетов, а представители Интересно. большинства получают заместителей. Да, он Спикер, демократичный. да, Спикером является представитель победившей партии. А в те саме контролюючі органи, включаючи палату, відходять опозиції. Це певний такий синтез існуючих політичних систем в різних країнах. Та але от мене заінтригувала ця палата авторитетів, та як вона буде формуватися. Це, 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 це як попереднє моральних моральних. А, моральних, точку, моральних, моральних, да. моральних та. Тобто, фактично, це теж певним чином вибори, та коли люди обирають чи це рейтингове голосування. Як це буде відбувається? Референдум, пока? референдум. Макана да, була только закріплена з точки зріння. вот самой идеи, да, и возможности проголосовать на референдуме. Там еще и вводится референдум по народной инициативе, чтобы мы понимали, да, помимо наделения граждан правом законодательной инициативы. То есть, То есть это какой-то вот такой вот концепт, ну такой винегрет, да, такой оливье даже скорее, да, из идей, из идей правильных. И это Тренд, который я вот заметил, когда я вот сидел, я слушал Тимошенко, я себя поймал на одной мысли, очень, ну не очень, давайте так. Я пообщался как минимум с четырьмя из э, кандидатами в президенты, которые, ну, заявили о том, что они идут в президенты. Чумак, э, Чумак, Гриценко. Гриценко Тимошенко. Э, бессмертный. Бессмертный. Да? Ты между в эфире пообщался или там пообщался? И в эфир... Нет, в эфире. Ага. В эфире и, и в эфире. Да. Так вот, что их объединяет? Трех, как минимум трех из этих четырех. Их объединяет ставка на креативный класс. Это уже не просто популисты, которые обещают по тысяче гривен. Это люди, которые, во всяком случае, на словах делают упор на думающую часть населения. А натекаешь на саму Юлию Тимошенко, яка а, обещала эту тысячу, да? Нет. Нет? Да ну, это же популисты все, и все обещают про простые ответы на сложные вопросы, все обещают, скажем, гречку вместо, там, я не знаю, каких-то демократических свобод. Вопрос не в этом, вопрос в том, что что-то у них произошло, во всяком случае, на внешнем контуре. Они внешне артикулируют, что они готовы думать, они готовы строить стратегии, они готовы обсуждать, они готовы вступать в интеллектуальную борьбу, в результате которой появится нечто, которое можно реализовать в виде действительно плана для страны. Ну, это звучит явно позитивно. А. С того, что я зараз почу. Ну, но... и нужно признать, да. что идея парламентской республики неплоха, в принципе. Многие эксперты отмечают, что у нас заложен там, конфликт да. сейчас между да. президентом был, и премьером. Там был замечательный слайд. Один из слайдов, который показывал о том, они взяли уровень ВВП и наложили на систему управления в государстве. Так вот, Парламентские, парламентская форма ä, правления успешна практически во всех странах, и в этих странах высокий ВВП. Единственное исключение — это э, Сингапур, а не Южная Корея и США, где президентская форма правления. В президентских или в смешанных формах правления уровень дохода, э, уровень ВВП ниже, чем у парламент. Ну Потому люди, что конфликт в госуправлении заложен, получается. Мы практически завершили наш эфир. А, Жаль, кстати. Вот то, что сталося на початку, когда вышел молодая людина, сняла да. там футболку у себя. Это театральный был такой прием, или это действительно импровизация? Во-первых, я уверен, что это импровизация не Тимошенко. Почему? Потому что на спине было написано «Новый курс Украина», а потом мало кто увидел стрелку, ведущую к филейной части этого молодого человека. То есть это посыл нового курса Украины в Філійною часть. Uh -huh. да? Поэтому я сумніваюся, що це була ті машина. Така невеличка Технология. провокація, очевидно. Дякую, друзі. Ми б ще багато говорили, але я думаю, що тему підхопимо. Друзі, з нами був Валерій Калниш, головний редактор Радіо НВ. Віталій Сич, головний редактор журналу «Нове Врем'я. Я, Дмитро Тузов. Спасібо. дякую Спасибо. дякую, друзі. Так, і слухаємо новини далі. Радіо НВ.